Брянская полиция разыскивает преступников, которые занимались незаконным сбытом белорусских сигарет. Злоумышленники объявлены в федеральный розыск. По версии следствия, преступники несколько лет осуществляли транзит белорусских сигарет по поддельным документам, зарегистрированным на подставных лиц. Фактически, подозреваемые отгружали товар на склады в Брянской области, после чего переправляли продукцию по всей России. Управление МВД России по Брянской области просит граждан, которые знают или видели подозреваемых, обратиться в полицию по адресу город Брянск, проспект Ленина, дом 18 или по телефону 02 с мобильного 102.